Всем привет! Чудесное воскресное утро, но оно немного подпорчено. Сегодня перевели часы на час назад. Я проснулась, посмотрела на телефон. Думаю, вот ничего себе, если еще час плюс, ой, птичка. Жалко, сидела птичка здесь и улетела. В общем, часы перевели на час назад, я просыпаюсь и думаю, если еще на час плюс на часах, то это вообще, и так вроде бы рано встала, а еще на час меньше. Но нет, часы автоматически перевелись. Сегодня мы решили поработать в огороде, поэтому выпью чай и приготовлю себе завтрак. Ну, еще рано мне бы в магазин сбегать, может, мясо пожарим. Если оно будет в магазине, конечно. Сегодня до часу дня два магазина у нас продовольственных работают. Сегодня у меня суровый завтрак будет. Яичница, большое яйцо здесь, зеленой фасолью. Фасоль уже была отваренная в банке. Отваренная не мной. И холодец. Не хочу их вместе класть, потому что холодец, ну как, в холодильнике он держится. Я вчера как-то неправильно сделала. На этой неделе я сделала холодец из индейки. Мне очень понравилось. Я повторила. Ну, немного его делаю. Тазики-тазики. И неправильно добавила агар-агар. Мне кажется, так. Пока он холодный, он держится. Он все-таки плохо, когда время переводят. Считайте, встала. До сих пор кашляю. Считайте, встала всем чем-то туда-сюда уже 10 час. То есть всем чем-то, всем 30 по старому времени, по нормальному. Ну, так как на час меньше. А нет, на час вперед перевели время, не на час назад. И так как на час меньше теперь, спать вот уже 10 час. Ну вот как-то так. Так и думала, что яйцо развалится, желток. Ну вот сейчас 11 часов на печке, еще 10 часов. Время не переведено. До закрытия магазина осталось 2 часа. Даже меньше, надо бежать. Сейчас чай выпью. Ну вот, как и думала, решила посадить семена помидорчиков. Они, правда, дешево стоили. Я взяла пачку. Господи, упаковка же дороже стоит. То есть вообще пачка дешевая, меньше евро. Ну, продавали бы подороже, да побольше. Не знаю, что это. Три семечки. Второй завтрак, так сказать, обед. Я купила готовое блюдо. Вот тебе воскресенье. Здесь красная рыба, огурец, морковка, по-моему, картошка. 280 грамм разделю-ка я на два раза. И добью огурцом весь этот вес. Мило, вилка и салфетка. Половина, значит, 140 и 60 грамм огурца будет мне. Итак, второй завтрак или уже обед. 100 грамм огурца и 140 грамм готового блюда. Картошка, красная рыба и немного овощей там. Вот смотрите, сейчас было без 15. 12 только, уже без 15 час. Есть разница? Пока все работают, я сбежала, чтобы перекусить. Итак, на 4 часа у меня холодец, картошечка. Холодца где-то 100 грамм. И картошечка грамм 50-60 и салатик.
На ужин у меня будет, наверное, один шашлычок, где-то 100 грамм. Это такой шашлычок спонтанный, как сказать. Мы заранее не готовились, и я зашла в воскресенье, все-таки купила замаринованный шашлык из говядины. Итак. Чтобы сильно не соблазняться, я купила крылышки, их совсем немного, 250 грамм. Уже готовы их чуть-чуть обжарить, жир стечет, но убрать кожу, конечно. А то я их люблю, могу упаковку, даже не 250, а побольше слопать. И к этому всему редиска с укропчиком я купила. Здесь один пучок. И салат я уже приготовила на вечер. Наверное, будет такой ужин. Снять мне будет некогда, думаю. Ну вот и все, такое было видео. Суровый такой день мясной. И пока-пока.